Кристина Орбакайте умоляет защитить ее семью. Вот что случилось. Кристина Орбакайте отмечает день рождения. Настроение у певицы явно не праздничное. У Кристины Орбакайте непростые времена. Исполнительница хита «Перелетная птица» весной пережила стресс из-за отмены гастрольного тура по России и теперь подсчитывает убытки. В день 53-летия вокалистка молится Богу и просит защитить ее семью. Вокалистка намекнула, что стала жертвой козни злых людей. «Господи, спасибо тебе за все, что ты даровал мне в моей жизни. Я молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы и от вреда всякого зла», написала Кристина Орбакайте. Сообщение вокалистка сопроводила снимком себя любимой. В кадре звезда позирует с обнаженными плечами и распущенными волосами. Кристина с грустью смотрит в объектив. На фото вокалистка, надо сказать, очень похожа на свою знаменитую мать, примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. We'll be right back.